Валерия Журавлева, 12 лет, средняя общеобразовательная школа имени Александра Сергеевича Пушкина, номер 6. Автор Юлия Дронина, стихотворение «Я родом не из детства, из войны». Я родом не из детства, из войны, и потому, наверное, дороже, чем ты, ценю я радость тишины и каждый новый день, что мною прожит. Я родом не из детства, из войны. Раз, пробираясь партизанской тропкой, я поняла навек, что мы должны быть добрыми к любой травинке робкой. Я родом не из детства, из войны, и, может, потому не защищенней сердца фронтовиков обожжены, а у тебя шершавые ладони. Я родом не из детства, из войны. Прости меня, в том нет моей вины.